весьма интересная тема беседы. Беседы о запасных частях, которую мы вам предлагаем продолжить вместе с СВ Авто, который располагается на Октябрьской 22. Потому что я вчера и позавчера пообщался с людьми, которые поставляют вам дополнительные запасные части. И везде был вопрос. Да по сути события это нам не выгодно. Я говорю, это выгодно. Когда человек работает с телевидением, когда он работает для себя, это выгодно. Они мне говорят, да мы не будем брать, если человек наворачивает на себя 6%. Я говорю, а почему нет? Если у человека свое предприятие, если человек покупает машины, если человек работает для себя, почему он это не может делать? Тем более, когда мы говорим о разных вещах. Вот я с собой взял вот эти тормозные колодки, голдовские. Вот, они сделаны в Корее. Видите, написано Made in Korea. Это вам не Китай. То есть вот эти голдовские колодки ставятся в Mercedes в том числе. В связи с тем, что у меня тоже возникают некоторые проблемы, ну, вы прекрасно понимаете, год 2007. То есть я работал хорошо, работал классно. Уровень дохода был примерно 10 тысяч долларов в месяц. Я своими доходами делился с государством, естественно. Сегодня, сейчас, ну, такого уровня доходов как-то нет вообще. Я так же, как и вы, хочу себе купить запасные части за дешево и недорого. Куда я приезжаю? Я приезжаю в СВ Авто. Я сказал, мне нужны недорогие, качественные запасные части. Он мне это дело предоставил. Цена вопроса была 500 рублей. Я просто два дня подождал и поставил себе новые колодки. Это было красиво. Я всем говорю, все владельцы иномарок, уж поверьте мне, я еще не видел ни одной машины, у которой бы завалилась шаровая опора. Ну, не было такого. То есть опора может брякать, и вы на этой опоре можете ехать. Я, вот у меня, допустим, подшипник навернулся. Я с этим навернутым подшипником, ну, что вы поняли, да? В действительности я проехал в Москву и обратно. Да, шумел. Ну, приехал сюда, поменял его здесь же. Причем я подшипник купил тоже здесь, в этой же фирме. И все было изумительно. Красиво, а то. Информация для тугодумов, а таких в городе, ну, примерно человек 100 или 200, которые реально тупят на рекламе. СВ Авто на рекламе не тупит. Да, это круто, когда про тебя знают весь город и окрестности, потому что он работает с автостопом, а не с дебильными по возрасту программами. Я уже абсолютно честно говорю, что в автомобильной тематике это самая старая программа в России. Ей уже 17-й год как пошел. Так что любите мое чудо. А я буду делать так, чтобы количество ваших товаров в день увеличилось. От 100 килограммов к 1000 тонн. Так вот, сегодня я не буду садиться за компьютер. По одной простой причине. То, как я сидел за компьютером, вы сможете увидеть. Где вы сможете увидеть? YouTube, естественно. И чуть позже Vimeo. То есть мы сейчас в другое место пришли. То же самое. Мы тут беседовали с людьми. Я говорю, вот обратите внимание, это только начало. То есть... Первоначально, когда я сюда пришел, вот этого вообще всего не было. Сегодня, сейчас, каждый раз здесь увеличивается. Что здесь увеличивается? Это увеличивается количество товара, которое вы покупаете. Вы покупаете. Вот тот самый товар, который вам привезли каждый день. То есть вы приходите, вы берете себе идеальный вариант по весьма интересной цене. Причем цена настолько весьма интересна, что вы начинаете понимать, что зачем вам нужен отечественный автомобиль, когда на иномарке все стоит дешевле. И покупаете себе. Где все это делается? Здесь, в СВ Авто. Я-то знаю. Все началось с одной посылки. Сейчас, на этот момент, несколько десятков. А по сути, 100 и более в день. Через год 200, через 2 500, через 4 1000 в день. Да, конечно, это круто. Но это только крутизна. И благодаря вам, естественно, мои зрители, мы хотим ездить на иномарках, не переплачивая за типа понты. Мы и ездим. Вовремя покупаю запчасти дешевле, чем на российскую тематику здесь, в СВ Авто. Кроме всего прочего, не забывайте правила, озвученное мною. Я не видел западных машин, расхлёстанных в никуда грамотным водителем, который, понимая суть, ездит в СВ Авто, а затем покупает себе запчасть дешевле eBay. Почему мы приезжаем сюда? Потому что мы вам демонстрируем. Ребятки, не надо вам тратить бешеное количество финансов. Поверьте мне, там, где вам начинает проезжать бешеное количество финансов, это, как правило, люди, работающие только на свой счет. То есть для своего кармана они работают. И вам абсолютно фиолетово, они на вас деньги зарабатывают. Можно приехать сюда, как я вам уже продемонстрировал. Ценников здесь таких бешеных нет, поверьте мне, нету. Просто придите и посмотрите. Когда мы начали этот вопрос, я задал вот такую проблемку.
Можете ли вы привезти запасные части дешевле, чем eBay? Мы сказали, можем, и привозят. Потому что, еще раз вам говорю, количество контор, которые производят запасные части, колодки имеется в виду, да их уж тысячи по всему миру. И только 3 или 4 на eBay. Количество людей, которые вам поставляют корзины сцепления, да их столько же по всему миру. Вы на eBay всего 3-4. Вы прекрасно понимаете, есть люди, которые могут сделать и подешевле на eBay. Почему нет? Главное вам найти того человека, который будет работать и привезет вас, ваши запасные части по цене ниже, чем eBay. И это очень даже хорошо. Тем более мы это место знаем. Октябрьская 22, СВ Авто.